это уже ну, какой-то бред превращается. Почему бред? 30 лет человеку объясняют, что Россия враг. Конечно, он поверит. А Россия враг не 30 лет. Россия не враг. Россия враг, Украине не 30 лет. Россия не враг. Ну, по моему убеждению. 5 веков уже. Россия. Какой же это враг? Это враг. Это друг. Серьезно? Который всегда спасал. От чего? От всех набегов. Например? Ну, например, от татар, от поляков, от литовцев, от немцев. Когда россияне спасли украинцев от татар? Да всегда это был. Назовите исторический факт. Ну вот, к сожалению, в истории я не силен. Да, я вообще смотрю, так с фактами немного плохо. Хорошо, еще от кого? От татар не можете назвать, еще от кого? Немцы, поляки, ну, европейцы. Друзья. Ну, назовите. Которые всегда были друзьями. Факт. Друзьями и России, и Украины. Мы с поляками друзья, мы братья. Вы знаете, у меня предки поляки. Это наши братья. Это поляки для украинцев братья. Эти братья всегда пытались захватить и Россию, и Украину. Где поляки сейчас стараются захватить Украину? У них даже на карте нарисованы уже польские, украинские области. Где нарисованы? На военной карте поляков. А когда они будут захватывать украинские территории? Ну, можете это на Ютубе найти. Не, у меня просто вопрос. Когда ждать, что поляки начнут захватывать Украину? Ну, это вот я не могу это сказать. Не может. Вот. Но должны захватить. Но мне кажется, что именно так выйдет. Каждый из братьев, друзей, в смысле поляки, немцы, литовцы, постараются оторвать от Украины как можно больше. А когда это будет? Ну, просто чтобы я был готов. Я не знаю. Не знаете, да? Молодцы.